Привет всем, привет-привет! Небольшое вступление, прежде чем мы начнем основную тему. Я много раз говорил, и летом говорил, и на третьем сезоне оценки персонажей говорил, что самое лучшее время вытаскивать студию — это студия за музлайки. Можно попасть на очень хорошие предметы и прямо очень много вытащить интересных вещей. Кто меня послушал и вытащил, тем действительно лайк, ну а те, кто не смог, ну, к сожалению, теперь ваше время только февраль и день всех влюбленных. Возможно, там вы получите за валентинки уже какую-то часть студии. Ну а здесь давайте же посмотрим, как мне везло, как мне фартило, но скажу вам сразу же, даже без этих, я продал эти вещи на... ребята, бонов кредитов, то есть вот столько примерно вытащено, это с заданий, это сами предметы, там были предметы такие хорошие с ценой примерно 1 миллион кредитов, то есть это просто, конечно, нонсенс. Ну а за подарки там, если честно, не очень, так что, как я и говорил много раз, там дроп такой себе. Ладно, давайте смотрите, если что-то интересное увидите, конечно же, комментируйте. Ну а по-нормальному завидуем тихо, завидуем молча, кто не вытащил, тот не молодец.
Thank you.